Анонс и точно дата выхода 41 серии турецкого сериала «Девушка за стеклом». 41 серия сериала выйдет в эфир 28 апреля. Напомним, ранее в сериале мы увидели, как Налан постоянно думает о Хайри и их совместных разговорах. Ее с каждым разом все больше тянет к нему. И кажется, что этот человек для нее родной. Налан была удивлена, когда совершенно случайно увидела свою фотографию в кошельке Хайри. Когда Музо пришел к Пери, то здесь также появились Левент и Селен. Они стали говорить девушке не совсем приятные слова. И Музо, услышав это, сильно разозлился на Селен. Хайри взял за руку Налан и стал интересоваться, не разозлилась ли она на него. Налан растерялась и ответила, что не злилась. В это время за ними следили журналисты, и все происходящее снимали на свои камеры. Они появились здесь не просто так, а их наняла Джана. Джана, встретившись с Фериде, показала фотографии ее дочери и Хайри. Она сказала, что теперь не только у Фериде есть секреты, но и у Налан также. Как только Фериде вернулась домой, то была очень зла и приказала отвезти Налан в ванную комнату. Налан увидела корсет и не понимает, для чего его снова достали. Но Фериде в приказном тоне сказала Налан идти в ванную. Фериде сказала своей дочери, что с тех пор, как она сняла этот корсет, то стала слишком много врать. Хайри видит, как страдает Налан, и он намерен во что бы то ни стало спасти ее. Напомним, 41 серия сериала выйдет в эфир 28 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.